Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вот сейчас я нахожусь за границей и читал вчера в интернете отзывы людей, которые так же, как и я, путешествовали, и как они мучились с деньгами. Я что-то вообще, так сказать, читаю и обалдеваю. Он говорит, я там бегаю, значит, денег местных нет. Побежал в один обменник, там курс забубенный, побежал в другой, курс вообще сумасшедший какой-то. Город не туристический, там вздувают цену за все. С кем-то там договорился по более-менее курсу какому-то. Я что-то вообще читаю и не понимаю, а зачем все это? У меня банковские карточки. Я вчера совершенно спокойно в первый же банкомат подошел и, ну, вытащил деньги, которые, ну, сказать, ну, на ближайшее время мне нужны, и все. И курс абсолютно не забубенный. Вот, я смотрю, люди, которые писали отзывы, вот, ну, я сейчас в Грузии, но у меня лучший курс. Я снимаю деньги с Тинькова и все. Там внутренний курс банка, там конвертация. Я расплачиваюсь всюду, где можно, карточкой, но это еще и кэшбэк поступает. И курс лучше, и удобнее, и не надо таскать с собой вот эти вот наличные деньги. Потому что если украдут доллары, то их украли. Если украдут местную валюту, то ее украли. Ну, а если украли карточку, то, во-первых, украли далеко не все. Во-вторых, вовсе не факт, что украли. Вот, если потерял, например, да? То есть, пожалуйста, карточку можно восстановить, и у меня не единственная карточка, они в разных местах хранятся. Ну, ребят, на карточке это намного интереснее и намного выгоднее. И опять же, когда вы покупаете доллары в стране, вы покупаете доллары с маржой, то есть вы покупаете дороже, чем ЦБ. Вот, а когда вы здесь их продаете за местную валюту, вы также теряете очень здорово на комиссии и вот, ну, на той же марже. То есть здесь я не теряю ничего, я непосредственно рубли меняю в лари, а вот завтра мы поедем в Турцию, там мы будем менять их на турецкие лиры. То есть я в банкомате достану турецкие лиры совершенно спокойно и буду пользоваться турецкими лирами. Ровно столько, сколько мне их нужно. Вот. Ну, в случае с Тиньковым нужно чуть больше, чем 3000 рублей доставать, потому что, чтобы комиссию не брал банк. Ну, это, собственно говоря, и все. Поэтому, друзья мои, ну, используйте карты, это лучше, намного интереснее. Да, и прежде чем ехать за границу, я предупредил, ну, все банки, о том, что, в которых у меня карты, о том, что я еду за границу для того, чтобы они не заблокировали, потому что, ну, чтобы не было звонков вот этих вот дурацких в банк, потому что банк, в принципе, блокирует операции, как подозрительные, когда просто без предупреждения раз и где-то за границей снимают с вашей карты деньги. Потому что есть подозрение, что это не вы, и блокируется. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно. С вами был Демитков Юрий.